А вы знаете, что такое Хавейл? Если честно, до сегодняшнего дня я и сам слабо представлял. Короче, это автомобильный бренд из Китая, который очень серьезно намерен покорить белорусский рынок. Год назад в Гомеле по проспекту Реческому 80 открылся автосалон Хавейл. И им исполняется год. Они решили позвать нас на огонек. Ну, а кто не любит праздники? Пойдемте. Субботним утром в автосалоне было многолюдно. Организаторы пригласили на праздник своих покупателей, и мы решили узнать, почему они выбрали именно Хавейл. Гости праздника могли рассказать о своих впечатлениях, проконсультироваться со специалистами центра, ну и мало ли, посмотреть для себя еще один автомобиль. Как прошел первый год салона, какие планы на будущее, ну и главное, почему стоит выбрать именно Хавейл. Меня зовут Жанна, автомобилем я владею с 25 февраля 2022 года. Я второй покупатель этого нашего салона Гомельского. Автомобиль очень классный, все сделано для водителя. Удобная посадка, удобно находиться в нем, комфортность. По дороге трассу держит очень великолепно. Ну, нареканий никаких я за это время пользования не нашла. Потому что, когда стал у меня вопрос покупки европейской модели, либо китайской, мне даже тоже друг посоветовал посмотреть китайские варианты. Я посмотрел, посидел, приехал в этот салон. Мне понравилась машина, понравилось то, что, скажем так, двигатель надежный. Коробка-автомат тоже без проблем. Эргономика отличная, то есть... Ну, дизайн шикарный, обработка того же кузова внутренняя. То есть, если взял эту машину новую, то проблем никаких. Понравился цвет, комплектация, как бы много различных функций, ну, таких хороших. Ну, посыл, конечно, как бы... По цене и соотношению, ну, качества функций, как бы, мне кажется, ну, достаточно неплохой автомобиль. Довольны, ну, на процентов, наверное, 90 будет доволен, потому что 10 оставим процентов для роста. От себя признаюсь, автомобили и на меня произвели приятное впечатление. Самым юным покупателям тоже было не скучно. Они не только весело провели время, но и тоже присматривали автомобиль на будущее. А какого цвета? Наверное, голубую. Голубую. Когда вырастешь, ты купишь себе голубую машину? Да. Ну вот и еще один покупатель. Обращу внимание, что марку, которую мы выбирали, мы долго ее изучали, анализировали, исследовали, смотрели на продажи в других регионах. На сегодняшний день мы уверены, что выбор наш был правильный, и марка Хавейл, на которой мы остановились, в перспективе будет лидером рынка продаж. Первый год был, конечно, сложный. Марка новая, неизвестная для наших покупателей. Постоянно раскручивали ее, объясняли, показывали на примерах. Приобрели тестовые автомобили, чтобы люди могли проехать, посмотреть. Год тяжелый, но тем не менее успешный, я считаю. На машины, которые продаются у нас, гарантия, допустим, на F7, на коробку, предлагается 5 лет, либо 200 тысяч километров пробега. Это довольно-таки серьезное заявление. В перспективе мы будем дальше развиваться, будем расширять ассортимент. На сегодняшний день появились новые марки, которые не были представлены в этом году у нас. Построили новый сервис у нас, открыли специально под эту марку. Развиваемся, движемся вперед. У
Ну, смотрите, если мы сравниваем данный автомобиль с другими брендами, особенно китайских производителей, машина уже максимально адаптирована под условия эксплуатации в наших регионах. Она уже имеет двухстороннюю оцинковку кузова, антикоррозийное, антигравийное покрытие. Соответственно, гарантия на сквозную коррозию 6 лет. Прошу обратить ваше внимание, даже вот такие вот мелочи, все скрытые полости уже завода-изготовители обработали, и, соответственно, машина уже не будет никаких проблем с ее эксплуатацией в наших регионах. Праздник выдался именно таким, как надо. Были песни, пляски, конкурсы, ну и, конечно, подарки. Загляните на огонек и вы. Город Гомель, проспект Речицкий, 80, автоцентр «Хавейл».